привет. Главное, судья. Вон, забили все. Пошел работать. Он даже не видит. У первой команды был заключительный день учебно-тренировочного сбора. И тренера первой команды решили сыграть двустороннюю, позвали молодежную команду, разделились поровну, по-честному. Красное на белое сыграли двустороннюю игру. Кто-то проверил свои силы, тренера, может, посмотрели молодежь в деле. Хорошая получилась игра. Да, меня поблагодарили, сказали, что уверенно очень. Лучший судья континентальной хоккейной лиги. Честно, очень сложно. Судьи, когда работают, им не позавидуешь. Прям весь потел насквозь. Ну, может быть, то, что один еще. Очень плохой судья. Главное, если принял решение, не отменять его. Последний матч этого сезона с первой командой. Всех наших ребят, которые играли весь сезон, привлекли к этому матчу. Все участвовали, все буквально. И этот матч показал, что, оказывается, наши ребята тоже способны хорошо играть на уровне первой команды. И понравилось просто само желание, настроение и показ характера вот по поводу всех этих игровых моментов. Вот это мне действительно понравилось. То есть была хорошая силовая борьба, хорошая игра.
хорошие эмоции у хоккеистов, то есть как бы все с хорошим позитивом вышли на эту игру и показали все то, что они наработали за целый год. Я думаю, ребята, потренировавшись и поиграв с ребятами из первой команды, получили бесценный опыт, показали себя вообще в деле, на что они способны и на кого рассчитывать в дальнейшем, в следующем сезоне. Лебединин сыграл, защитник за белых, 98-го года парень, ни одной игры сыграл в РХЛ. Ну, остальные все были задействованы за молодежную команду. Очень понравилось. Такой очень быстрый скоростной хоккей. Все в касании. Думать надо гораздо быстрее, чем в детской школе. Да, последняя игра вот, сегодняшнего дня, грубо говоря, да, все закончилось. Ну, молодежная команда, там еще ребята будут тренироваться, а вот старшие там уже всех распускают. Будем отдыхать, потом готовиться к следующему сезону. В принципе, там особо отдыхать, как бы, наверное, мало кто будет, да, то есть все равно будет, наверное, стараться поддерживать себя в форме. Вот. Какие чувства? Хороший сезон был, в принципе, провели его неплохо, да, могли бы, конечно, и поуспешнее, и вплох выступить. Но как сложилось, так сложилось. Установка была на игру обязательно выиграть, чтобы с хорошим настроением пойти на обед, пойти в отпуск кому. Ну и выигрывать всегда приятно. У любого соперника, хоть в сторонке, хоть в футбол, хоть в теннис. Победа навсегда, есть победа. Да, борьба в плане счета была, конечно, определенного значения. Почему? Потому что всем хотелось обыграть. То есть беленькие хотели взять реванш над красненькими. Будем так говорить, две команды, белые и красные. Но красные в этот раз снова победили, и это было им приятно ощущать вот это вот. Когда играешь роль победителя, это очень хорошая роль, такая на позитиве, заканчивается сезон с хорошим настроением. Хотя обе команды хорошо отыграли, претензий никому к ребятам нет. Молодцы, выложились все как подобает. Простая тренировочная игра, заключительная тренировка сезона с первой командой. Эта тренировка нужна была, чтобы руководству посмотреть ближайший резерв молодежной команды, игроков. То есть в целом все хорошо. Но по игре игра была равная, просто чуть нам больше повезло и все.
Продолжим. Команда МХЛ, авто работает все по плану. 5 дней в неделю, суббота, воскресенье, выходной. До конца апреля работаем. Числа до 20-го будем кататься и дальше займемся физической подготовкой. Сейчас на этот период мы будем просматривать всю подрастающую молодежь, которая у нас находится. То есть это 98-й год, 99-е года. То есть будем просматривать уже на перспективу, на следующий сезон. Идет непосредственно формирование нашего коллектива, где будут в дальнейшем эти ребята расти, играть и повышать свое мастерство.